Сегодня мы вам попробуем рассказать о том, чем хороша плоская кровля. Я говорю это не просто так, потому что в каждую субботу все люди, которые приезжают к нам на осмотр, более-менее задают одни и те же вопросы. А как же, это же плоская кровля, это же возможность протекания, это куча снега на кровле и так далее. Ребят, это не так. Давайте по порядку, все, что вспомню, я вам постараюсь сейчас перечислить. Самый важный вопрос – это про снег. Все вы спрашиваете одно и то же. Здесь будет накапливаться много снега, снег здесь будет лежать, он будет падать вам на голову и так далее. Ребят, вот на опыте этих трех домов, даже четырех, я вам могу сказать абсолютно точно, снега не накапливается. Обратите внимание, что от высоты парапета за счет кровельного пирога осталось не так много. И основной снег всегда сдувается. Посмотрите новогоднее обращение 31 декабря этого года к вам. Там я стою на этой кровле. И как бы сказать, что эта зима была у нас малоснежная, и мало снега было, невозможно. Ребят, нету снега на плоской кровле, он там не накапливается. Вопрос номер два, наверное, тоже самый важный, она будет протекать. С чего вы решили, что она будет протекать? Почему вам кажется, что технология кровельного пирога, когда у вас наплавляется два слоя гидроизоляции с разбежкой швов, с намастичной основе, хорошая, но мы используем технониколь. С чего вы решили, что эта кровля будет протекать? И почему вы решили, что кровля, собранная на стропильной системе с клицфальцем или на какой-то металлочерепице или на какой-то другой, например, не будет протекать? Если кровля собрана по технологии, если она собрана правильно и умелыми руками, хорошими материалами, она не будет протекать. Плюс следующий к плоской кровле, то, что она достаточно ремонтно пригодна. Ее монтаж менее трудозатратен, поэтому она стоит дешевле. Кровельный пирог, а самое главное, да, ну, то есть я уже погнал сейчас вам все в кучу накидая, не будем пальцы загибать, делается быстрее, стоит дешевле. В дальнейшем более ремонтно пригодна, потому что она, вот она в зоне доступа. Она точно так же утепляется, она точно так же гидроизолируется. На ней точно так же есть вентиляционные вот эти вот аэраторы. То есть она там, если вдруг конденсат накапливается, это технология. Вы понимаете, что инженеры все продумали за нас. Нам остается это только хорошо сделать. Следующие плюсы. Отсутствие водосточной системы. Вся водосточная система – это вот эта воронка. Воронка с подогревом через трубу, которая проходит в колонии, в туалете. Вся вода дождевая выбрасывается в ливневую канализацию. То есть у вас вокруг дома нет этих постоянных желобов, которые вечно ломаются, протекают трубы. Плюс эту воду вокруг дома нужно точно так же собрать, куда-то увезти. У вас одна труба, одна воронка, и вся вода просто идет. Не забываем о том, что все-таки вот эта плоская кровля, это как ни крути, полезная площадь. В случае необходимости вы можете здесь разместить дополнительное оборудование, рекуператоры, кондиционеры и так далее. Но в крайнем случае, а точнее в одном из, наверное, из таких достаточно частых случаев, ее можно устелить настилом, поставить перила и сделать эксплуатируемой. И поиметь еще 124 квадратных метра просто закрытой террасы. Можно здесь сделать какой-то деревянный навес, какие-то цветы, посадить пихточки и так далее, и так далее. Ребят, это просто дополнительная площадь на вашем участке. Подводя итог, плоская кровля – это своего рода топчик. Не нужно бояться, если вам нравится архитектура, если вам нравится то, что мы вам быстро построим дом, то, что вы заплатите за это меньше денег, то, что в дальнейшем ее обслуживание будет проще, она лучше… В общем, я уже все сказал. Плоская кровля – это дома. Вот обрати внимание на этот дом. Пальцем тыкать не будем, но будем. Вот на нем до сих пор лежит снег. То есть этот снег сейчас замерз. Он будет долго таять. Он создает дополнительную нагрузку на стропильную систему. Там больше вес. И точно так же там, обрати внимание, вот там вот карман. В конце… А, очень важно, ребят, это важно. Сосули. Вы представляете, это же без шуток, что ты смеешься? Это опасно, когда на тебя с крышу, как в этом году было у меня у друзей на даче, там просто снега съезжает. Вот такой вот наст, вот просто вот столько снега, он ведь едет. Мы там чуть не перетрухали, когда он поехал, я клянусь. Можно на тачку, можно на голову, можно куда-то еще. Ребят, отсутствие сосуль. Как бы, конечно, это грустно, что пососать нечего будет, но…